еще не проснулся, Герман идет к вам. Это я. Катерина Алексеевич, Герман Титов, всем доброе утро, телеканал ОНТ. И мы готовим сегодня настоящий коктейль бодрости вместе с вами. Надеюсь. Один из его ингредиентов – это, конечно, музыка. А если еще и за кулисы заглянуть, как артист скажу, там много чего интересного. Друзья, сегодня работаем на открытии игр Содружества. Смотрите, Минск-арена, какая красавица. Написал музыку к открытию, готовлю номера к закрытию. Будет очень много артистов, будет очень много интересного за кулисами. Поехали. Сейчас идет генеральная репетиция. Идет репетиция протокольной части. И ответственно, это все поздравления, все официальные слова. Атмосфера уже крутая. Сейчас меня, может, и арестуют. Не знаю. Смотрите, я вам одну штуку хочу показать. Дым-машина с одной из сторон. Посмотрите, какой агрегат. Вы вообще представляете, сколько энергии и сил нужно, чтобы все это здесь инсталлировать, поставить? Здесь на минуточку ледовая арена. А к мероприятиям сюда заводят просто сотни киловатт звука, тысячи световых приборов. И это, конечно, выглядит просто потрясающе. Все смотрели фильм с Томом Крузом, где он это в экзоскелете бегал. Видите, сколько весит все это? Около 25. Ясно. И помогает? Очень. Очень? Конечно. Можно попробовать пойти поднять. Пошли. Давай тут. Слушай, я держу микрофон. У меня грыжа. Бери вот здесь. Вот здесь бери. Вот здесь. Вторую руку здесь. И попробуй оторвать от земли. Меня зовут Анна. А что вы делаете на играх Содружества? На играх Содружества мы представляем художественный фон. Это, получается, количество людей, которые рисуют классные, прикольные рисунки, чтобы мероприятие оказалось красочным и очень интересным. Нас почти что 250 человек. И откуда вы? Все собраны с разных уголков, то есть городов Минска. Городов Минска, да, Минск состоит из многих городов. Ребята, есть ощущение большого праздника? Конечно! Большого спортивного праздника! Грандиозного, масштабнейшего праздника. Прям такая ответственность, наверное, на Олимпийских играх не так ответственно было бы. А мы принимаем игры. Как который день репетируете? Ой, третий. Наверное, третий, да. Но по ощущениям очень-очень как бы давно. Но это же ответственное мероприятие. Поэтому мы готовы тратить свое время на репетиции снова и снова, чтобы все было максимально идеально. Золотые слова, Ольга, как ты побачишь? Да не важно. Да не важно. Друзья, смотрите, какая удача. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, которая навсегда сломала стереотипы по поводу того, кто выигрывает спринт. Юлечка, мы за вас так болели. Спасибо вам огромное за эту победу. Сегодня такой праздник. Как вы себя чувствуете? Есть ли вот настроение большого соревнования? У меня настроение большого праздника, и я очень рада и благодарю за приглашение, за доверие, и я рада поучаствовать в таком классном спортивном мероприятии. Спасибо вам огромное за все. Отлично, Женя, что вы тут делаете? Почему вы не на сцене? Почему вы не подыгрываете Юле? Лизочка, написал музыку вступления, я сегодня отдыхаю. По секрету, мне скинули сценарий, и я уже знаю его досконально, кто будет, что будет, кто хедлайнер. И мне приятно осознавать, что группа «Аура» — хедлайнер открытия, церемонии открытия игр стран СНГ. Макс, сколько танцоров задействовано? Порядка 370. Сколько по времени репетировали? С 4 июля. То есть я так посчитал, около 1000 вообще задействовано? Да, где-то около того. Все, вдруг не будем тебя отвлекать, беги. Сдачи. Я забыл носки! Это оригинальное начало интервью. Ребят,
Привет. Привет, Жень. Ой, привет. Что ведем? Что опять ну, ведем? Что игры второе? Открытие, во-вторых, игры стран СНГ. Я смотрел репетицию, вы разогреваете. Это, кстати, очень классная фишка. Вы же были на Евровидении, товарищ Тео. И было дело. Вы помните, как там лорд-разогреватель делал половину шоу? Не было у вас такого? Было, безусловно, и это неотъемлемая часть для того, чтобы задать правильный градус, правильные тоны, настроение публики, которая сегодня здесь соберется. Это очень важно. Ну, выбрали, кстати, самых задорных. Молодцы. Серега, спасибо. Да. Ну, постараемся оправдать этот кредит доверия. Сколько человек задействовано в мероприятии? Долго ли репетировали? Масштабы? Какие масштабы? Репетировали 4 июля. Общее число участников 1200 человек. По масштабности, если ранжировать, какое по масштабности это ваше мероприятие, вот сравнивая со всеми? Такой, знаете, консолидации спорта и искусства. Это вещи, казалось бы, разные, но они в чем-то очень похожи. И там нужна победа. Без победы ничего не будет. Как настроение вообще? Сколько не спали? Сложное настроение. Не спал сегодня всю ночь, очень волновался и переживаю до сих пор. Пытаюсь чем-то отвлечься, но уже не могу, потому что понимаю, через полтора часа что-то такое подкатит и начнется. Три, два, один. Время наших пар.